Погнали. Вы знаете, как я хорош в орковском мироре, просто сокола не хватает здесь. Там землетоварищ в игру не успел попасть. Не следил за часиком, к сожалению. Слоны на водопое, говорит. Добрый вечер, хорошего стрима, интересных игр. Спасибо, слоны. SX Paradise еще пришел. Тут, кажется, собирается команда PUBG-шников. Хорош, Paradise. One Law еще не хватает. А может, он есть, просто молчит. И все, и прилетит сокол, и они полетят. На парашютах, на своих. Контролить пьяных драгунов. Да, там и, конечно, проблемы были серьезные с патфайндингом. Драгуны тупили. Блин, они играют одинаково. Что, это два форсира? Или что там два форсир? Форсир. Так, еще раз, у нас Spiral против Соин. Все правильно. Как бы единственный кореец Соин. О нем много говорили. Я сделаю ставку. Кто готов принять? 2-0. 2-0, победа Соина. Уверенная победа Соина. Да... Там очень злится. Look everywhere while casting. ТТ. Подгорает. Там комментатор какой-то. Армию игрока атакует. Пока начинается очень все зеркально. Посмотрите. Два форсира. Мало того, что они два орка, два форсира. И они выбирают одну и ту же точку для крипинга. Перчатки огрызкой силы против манти. Манти, конечно, приоритетнее, потому что, кроме всего прочего, добавляется еще и урона. Плотность это тоже хорошо, но... Троечка урона. Хорош, говорит, я уже год без PUBG. Счастливый человек! И что, ты сбросил, наверное, вес? Или там что еще хорошего в твоей жизни произошло? После того, как ты бросил PUBG. Хорош. А мне казалось, я только совсем недавно видел там где-то в клипчиках крики. Хорош, хорош. Как быстро время летит. Так, форсир второго левела там и форсир второго левела тут. Бейл мрачный взгляд и морг волчья песнь. Понапридумывали. Идет Харас. Пытается выиграть время. Чайником хочет добить, но это очень рискованно сейчас. Он и не добьет, и отхватит. Хотел за артефактом, но это было бы совсем нагло. Чайник минус хедхантер. Ой, сейчас еще вспомнил про перчатки. Ай, Соин, молодец. 0-2 победа этого кто-то не Соин. Ага, Спайрал. Хорошо, Чив, забились. На что? На форсира? О, здесь тоже минус хедхантер. Не, ну слушайте, я не знаю. Пока Спайрал выглядит очень похоже на Соина. То есть они... Армию игрока атакуют. Их сложно отличить, если бы... Ну где под блок? Ну хедхантер, ну алло. Мог помочь спокойно своему волку. Ква. Убить его этого хедхантера. Так вроде догонит. Не знаю, времени хватит на два укуса. Не хватит. Учитывая сколько времени. Хотя если он сейчас затупит на повороте. Ох, все, и моя миссия выполнена. И ушел в сумрак. Красиво волк догнал, молодец.
Бросил PUBG, сбросил вес, построил дом, создал семью. Эх. Сейчас Соколик еще на Диаблу подсадил. Армию игрока атакуют. А у него столько ответственности, понимаете? Он же мосты строит. Да, и два фаерлорда. Взаимное уничтожение, ё-моё. Причем Спайрл оказывается... Блин, Спайрл выигрывает здесь, похоже. Что происходит? Чайник. Фарсир битый. Чайник. Еще один элементаль. Короче, волки гоняют фарсира, он не участвует в этой битве. Это уже колоссальный плюс. Элементали сейчас плодиться будут. Только нужно поатаковать правильно. Не хватает немножко расплодиться одному элементалю, увы. А срок годности уже проходит. Ах, не успел. Там оставалось совсем немножечко, я уверен. Хороший блок от Хантера. Это может быть минус телепорт. Куда он-то он протаковал? Ой, хорошо. Это минус телепорт, 100%. Он боялся уже чайник получить. Бобриков Добрик. Беляк пришел, зарегился, говорит: привет, хлопчик. Когда научишься ФФА тащить, когда Таурен, Архмаг и Алхимик или только Фаерлор тащишь? Да, сложно. Ну, и вчерашнюю игру вспоминает просто. Да. Ну там тяжелые были люди. Тяжелые люди, времени мало. Отжали центр. И то, когда я ливнул, понимаешь, я был... Ну, ты же помнишь, я был на втором месте по очкам. Там еще играло 4-5 человек. Просто уже было начало первого времени. Есть обязательства, семья. На фуфарчику нужно закладывать полтора часика, так чтобы на такой карте, по крайней мере, на небольшой. На 24 человека. Когда, говорит, научишься? Ну, я признаюсь, от Сойна ожидал совсем другой игры. Какой-то более уверенный, с лучшим контролем. А он... Или это Спайрал так хорош? Грижо. Да, мы будем. Диабло 2 ресуречтит в планах есть проходить. Да, мы компании большой, 8 человек, судя по всему, будем в Resurrected играть. Дикий Old School, кстати, это очень давно было. Актуально в FSFL, Headhunter, затем выход в рейдеров. Да я приблизительно помню эту страту. Но... А что сейчас поменялось? Сейчас Headhunter посильнее, Форсир посильнее. Блэдмастер послабее. То есть, в целом, да. Самое время вспомнить. Вспомнить все. Так, ну здесь третий фейл. Здесь тоже третий фейл будет. Игрока атакуют. Лимиты равные, герои одинаковые. Тут прям... Все очень похоже. Ну и, естественно, Т2, Т2. Выводится рабочий. Это единственный пока что сейчас плюс, слэш, отличие, которое есть. О, он с пассивкой еще. Фаерлорд, посмотрите. Бросил PUBG, улучшился сон, улучшилась потенция, подняли зарплату на работе, снизился расход бензина в машине, пропал жор масла, увеличилось количество солнечных дней в году. Все положительные события. Ну что, пошли диспелы. Spirit Link. Спайрл выигрывает здесь. Ну, во-первых, его больше. Во-вторых, у него самоны живые. Scroll of the Beast. Диспел, где на Scroll of the Beast? Что происходит? Там уже множатся элементали. О, диспел. Странно, что не снял рык. Вот это очень странно. Диспел у него был, но он не использовал его. Все, и корейчик-то отваливается. Как это так? Как так? Сойин, он там же постоянно с линами, с этими, с фокусами катает. И тут какой-то Спайрал, который чуть ли не единственный оставшийся орк
в Европе. Ну, кроме Сокола, естественно. Его прокатывает. Вот тебе и аналитика. Ну все, додавливает. 34 лимит на 50. Какие проблемы? Сейчас еще форсир отъезжает. ГГ. Ребят, если кто-то орк, вы напишите, пожалуйста, а что произошло-то вообще? Как так получилось? Киферчик ЗЗЗ поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, планируется ли Котор в этом году. Надо немного щеголеватого геймплея. Котор. Я не знаю, что такое Котор. Keeper of the... Сейчас, и я буду 2 минуты ждать ответа, представляете? Котор. У Ольф.Одесил поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Да. Шашлык-машлык, алкоголь и женщины. Кого этим удивишь? А вот внезапная катка в Диаблу прямо из лона природы, вот это будет бомба. Котор. А, внезапное Диабло. Внезапное Диабло. Жаль, с сервером катки в ФА не рубаете, все пересмотрел. Вот. Ну, я только-только говорил про то, что Алексей... Алексей приехал. У меня... Алигейл говорит... О, Росбрейн еще. Здорово, Владимир. Здорово, здорово. Кстати, сделали мы выгрузку по турнирам, правда? Я ее еще не посмотрел. А там лишние должны быть. Но запрос удалось сделать. Росбрейн, судя по всему... Хотя, может, они и приехали уже. Росбрейновские. Когда мы приехали на место, их еще не было. С семьей. Вот. Но Спайрл это кто? Это немецкий орк. Черт, там опять этот чувак не успел зайти. Блин. Блин. А, Star Wars Knights of the Old Republic. No. Broken Dreams говорит, Спирал может каточку отжать, держи в курсе, говорит. А, Котор это Knight of the Old Republic. Или Knights of the Old Republic. Knight of the Old Republic, RPG от Биоваров. Представившийся как Dot Printer поддержал ваш канал Dot Printer, на 100 привет. Рублей и сообщает. NGG, здравствуй. С праздниками. Angra подчеркиванию EO переподписан 35 месяцев. Так. Говорит, стыдно не знать. Что стыдно? Какое что? Что? Почему? Я не понимаю. Алло. Что начинается-то? А, смотрите, у Спайрала, даже несмотря на то, что это Turtle Rock, только хотел сказать, что, скорее всего, переключатся они на что-то более блейдоподобное, и Сойин действительно взял первого блейда, все равно решил сыграть через ФС-а. Фоксэм, да, Фоксэм, ты, кажется, уже передавал привет Лёше, но я его еще не успел передать после твоего прошлого. Ну, в смысле, я был здесь... Knights of the Old Republic. Кажется, в первую... Если это мега старая игра, типа из, от, за спиной от персонажа, там, с этими, с боями, со, кажется, я играл в первую часть. Но это... Она же древняя, нет? Она же древняя-предревняя. Ну, типа там, тоже в районе Варкрафта была выпущена в начале 2000-х. Тоже. Я буду в неведении 1.5 минуты находиться из-за задержки. 1.5-2. Так что держитесь.
Я буду держаться. Что ж такое там? Инфи коннектится, реконнектится, кто-то паузу тыкнул. ФСН, здравствуй, добрый вечер, друзья. С майскими вас, с праздниками наступившими. Someone disconnected. Yeah. Сын говорит, если он еще разок дискнется, то я бы хотел, чтобы он ливнул. Спарил говорит, да, было бы неплохо. Please leave infi for the players. Пожалуйста, инфи. Кстати, Диабло первый удалось пройти, а то я не могу смотреть и ждать, когда наступит удачный момент. Нервная игра, блин. Ну, это же не классический Диабло. Классическую Диабло мы проходили, насколько я помню. Ну, хотя, я не уверен, даст ли запись найти. Играли в коопе тоже. Но она не очень сложная. То есть классическая Диабло, она такая. Блин, а инфи продолжает лагать и не ливает еще при этом. Там просит Лёшу передать. А, Лёша. Каспен говорит, коэффициент на спарила был 6.75. Что? 2003 год. Тогда я играл в нее. Да. Синеви говорит, будет ли Хапач или Фогич сегодня? Фогич будет, Хапач завтра. А Михаил точно old school? Не знать про Котор. Котор. Те же люди, что и Mass Effect делали. Что-то проблемы какие-то у нас тут с хостами сегодня. Фокс Эм говорит, да, точно, просто меня заговорил. У меня мега теплые воспоминания от его стримов и шашлыков. То есть ты знаешь его лично? Подожди, а как? Он знает тебя по никнейму? Мне подойти и сказать, Лёша, тебе привет от Фокс Эма. Нужно, чтобы при этом что-то делать, там, не знаю, леща прописать или еще что-то. То есть как вы обычно с ним здоровались? Под каким именем он тебя знает? Алексей Алешенко. Сынок. Трон, здравствуй. Добрый вечер. Инфи наконец покидает этот матч. И дает игрокам нормально доиграть. Читиканцы. Читикане. У ФС довольно хороший темп по крипингу. Из-за того, что волки добавляют и еще бонусно бьют по некоторым типам черепах. Когда второй Диабло будешь проходить? Скорее всего, когда выйдет. О, Кувест говорит, пойду попрошу Лешу передать привет Мише. Кувест, у нас в чате Кувест, понимаете? А Кувест будет играть на этом турнире в FIFA. Кстати, когда, интересно? Через 3 часа. Кувест, иди готовься, тебе как раз одну каточку надо сыграть. Есть время, 3,5 часика. На катку. К сожалению, мы пропустим FIFA, но будет приятно увидеть, что ты там катнешь технобаса всех. Там же кто там играет вообще? Шейк, окей, градиент, непонятно. Эшан вообще непонятно какой. Короче, Quest топ-1. Именно у Quest мы взяли эту страту с фастгаргами. Поздним алтарем, Т2. Город в осаде. О, Иван Лоб подошел. Все, хорош. Парадайз, Иван Лоб, уже тьма есть. Ждем Сокола. Блейд подрезает этого хедхантера. Ну, это один из минусов хедхантеров, что они такие на старте особенно очень уязвимые к Блейду. Приходится там брать просветочку, приходится контролить. Он меня не знает, так что смело лещаем от моего имени. Яурадвисер поддержал ваш канал на 322 рубля и сообщает, пока пауза. Посмотрел записи по верментиде. Да. Что так мало? Ну, мы там
кажется, Верментайд... Да что ж такое? Верментайд второй был сразу после первого, и мы уже так немножко приуныли, насколько я помню. Вот и все. Привет от Фоксэма и бросить вперед лошадиную голову. Слимка говорит, привет, шикарный вечер намечается. Да, где-то там параллельно пацаны уже шашлыки жарят. Ой, это там столько народу. Там Лисориус и там Абвер. Там... Там Ники Чара, кстати. Спирит. Резко. Стендбай. А в нескольких сотнях метрах еще брат. А у нас Warcraft. Я сам этими руками мясо нарезал 2 часа назад, понимаете? Понимаете, еще Ледоколыч там уже с VR-ом пришел. Хороший вечер намечается. Приеду я туда, наверное, к 11. А, Кувест говорит, сколько рассказывать, что я не тот Кувест из Алдов. Не... Блин, да Кувест-то достал. Давайте ник поменяю. На какой поменять никнейм тебе? Давай, скажи, на какой поменять? Give me one minute. С чего бы я давней занял? Блин. Я уже редактирую. Либо я, либо ты. Шанс еще есть. Это демократия. Ну а чё он? Привет, Хамблби. Не Куэст. Это мой первый вариант, что не Куэст. А пока Куэст думает... Бобриков, добрик, да. Ну, сейчас будет опасно под пуш. То же самое, скорее всего, с Фаерлордом. О, серьезно, красную точку сейчас можем собрать. Нет. Просто выманивает с магазина людей. Но видит, что рядом враги. Не знаю, помнит ли он меня, шашлыки давно организовал, хотя было не на несколько, когда еще был круглее. Привет от Лехи. Привет от Лехи. Окей. Ах, опасный момент сейчас для хэдхантеров, посмотрите. Специально параллельно бежал с грантами. А что по скролл спиду? Не берем? Хэдхантер погибает, скорее всего. Ой, хорошо. Окружил Блейда. Вы посмотрите, какой красава. Только он все равно может выбежать. Ульф.Одесил поддержал ваш канал на 100 рублей. Блин, убежит же, ну. Миш, они там уже все синевики. Ну зачем тебе... И лечение. Армию игрока атакуют. Был близко. Причем он мог попробовать закружить еще одним хедхантером, подблочить. Да. Если ник поменяет, поменяешь мне, я обижусь. Я на видео сожгу все диски Нима, которые я бережно хранил. Блин, вот ради этого стоит поменять. Армию игрока атакуют. Готово.
Жалко, что часик с... Чатик задержки. Да, я успел отредактировать. Все, возвращаемся в игру. Не отвлекаемся, ребят. Не отвлекаемся. В это время Суин отвоевывает себе... А, нет, не отвоевывает. Отвоевывает все-таки себе этого огра. Получает разведку. Подрезает... подрезает хедхантер одного. Армию игрока атакует. И хедхантер не догонит еще. Бедный. Бедный спайрал. Ну, зато у тебя никнейм на русском. Этим могут похвастаться там 4 человека на сайте. Армию игрока атакуют. Блейд застревает, правда. Вот это хороший момент, что Блейда удалось хитрым способом, после того, как он забежал в застроечку, вот таким вот макаром убить. Берсеркеры делаются. А сейчас кто-то зарегится, займет никнейм квеста еще. Блин, столько будет проблем. Жодиски поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Ну, уникальный русскоязычный ник, это тоже неплохо. Жодиски. Я рад, что тебе понравилось. Блин, хороший ник. Просто. Неизвестный поддержал ваш канал на 100 рублей и так сообщает. Миша, Миша, почему ты не читаешь комменты на самом удобном? Не лагающим, с возможностью перемотки, выбором качества, отличным мобильным приложением, удобным интерфейсом, великолепной системой рекомендаций, прописанным фак, сайте, на ютубе. Прописанным фак? А зачем тебе прописанный фак? Ты плеером пользоваться не умеешь или что? Ой, переключалка есть на ГГ. Ну, вообще, я за ГГ топлю. Видишь, у нас... комьюнити такое замечательное. Так, поехали. Возвращаемся к игре. Штрафуют берсеркеров. Чуть-чуть не доконтролил, видите, шамана. Ну, на этот раз Соин играет гораздо, гораздо увереннее. Гораздо увереннее. 33 на 43. Лимиты не очень хорошие. В целом, хорошо, что дожил до Т3. Блейда пытались поджать. А тут СХ подставляется. О, это минус СХ. Зашафтили. Не-не-не, все еще под вопросом. То есть СХ увлекся, мало здоровья. Плюс можно сейчас еще похексить шаманов. Причем захексил грамотно, смотрите, шаману, у которого побольше маны было. Потому что теоретически можно было запурджить. Еще минус 2 шамана. Только что было плюс 10 лимита, а сейчас хоп, и минус 9. Армию игрока атакуют. Да и перспектив, когда у вас Т3 есть, у вас побольше. Тот же самый Кадой, ради которого специально достраивает зверинец, бестиарий. Вот это четко под Кадой, с музыкой, с хорошей. Это уже отличное подспорье. Просто 20%. Плюс сам по себе юнит классный. Жжет диски. Да-да-да. Отлично, блин. Поздравляем. Ну, серьезно, у нас русские никнеймы, наверное, у Ледокола. У Элояра. И все, наверное. У Локи есть права, он это может сделать. Он не делал. У Алисы тоже Локиной на английском. То есть у тебя реально третий, наверное, ник на русском языке. Из там полутора миллионов. Полутора миллионов пользователей. Ты элита, ты избранный. Нео, wake up. Коу. Я тоже трех знак, давай ачивку. Ачивка есть, она тебе автоматически выдается.
У тебя есть в профиле парочка предметов. То есть ты застал разные стадии сайта, и за это тебе предметы навешаны. Блейд прибегает. Да, Тлустопес, можно слушать музыку на стриме, только в личку желательно... О, Таурена на крипинге, что? Что? Ну, видимо, он здесь рабочих контролил, а Таурен подставился и... Блин, как же... Как же неудачно. Потому что во многом крипинг был ради Таурена второго. Второго, там, потенциально третьего. И сейчас видит, что здесь такая вот беда. Надо тпшиться, а телепорта нет. Это минус алтарь. Спарил вот этим вот моментом, он очень сильно себя подставил. Прям очень сильно. Ему перестраивать алтарь до Таурена. До этого он не может нормально сражаться. 40 лимита на 46. Еще бору, еще добычи нет. Капец, как без Таурена сражаться? Этих достанет одного. Он... Там на границе как раз сомневался. Да. Позиция не очень хорошая, но не решил лезть. Все-таки Соин. Надо рабочих достраивать, кстати. Что не достраивает? Нет, надо с леса брать. Для начала. И достраивать все равно. Правильно все. А, Окспер же еще. Окспер, Окспер, Окспер. Ну, из-за того, что ты... Тебя, короче, поджали. Ты еще понимаешь, что у тебя некоторое время ты не можешь сражаться из-за отсутствия Таурена. Противник в этот момент может действовать так нагло, как он только может действовать. То есть он может бегать, собирать, крипить, что хочет. Я, конечно, заспарил. Во-первых, он как бы по ставкам темная лошадка. Во-вторых... Меньше орковском Мирора, быстрее Фоги будем смотреть. Фоги, Нейтрона, Инфи, Флая. Этот матч самый, на мой взгляд, неинтересный из... А-а-а, слушайте, здесь же еще Диспола нет. О, сейчас еще развалится просто от... От Lightning Shield'а. Лечи! Где лечение? Слупочное лечение. Таурен до сих пор нет. Сажали Кадои. Хотя сейчас свиток лечения можно юзнуть. Ай. Сейчас свиток... Нет, это было просто лечение. Хорошо прорвался берсеркером. Минус один шаман. Дэмэдж от второго. Ну как же Блейд нарезает. Просто под этим. Под берсеркером. И без Таурена нормальный бой дает. Очень хороший бой дает. Чайник будет? Нет, еще минус... Очень хорошо посражался Спайрал. 40 лимита, причем часть лимита в Кадое. Четвертый СХ. Scroll of Speed. Блейд под Lightning Shield'ом. Чайник. Минус шаман еще один. А Блейд пошел работать по рабочим. Такой он жесткий, вы посмотрите. Огромные шары вокруг крутятся. Зовет на рабочих, пойдет. Пойдет пушить, пока Блейда нет, да? Может быть, это и правильно. 48 лимита. На 41, к сожалению, supply блок. Но можно сейчас попробовать поджать, пока там телепорт есть. СХ делает телепорт сразу же. Не успевал он питлорда все равно убивать. Магас надо убивать. Магас. Сначала Бору, потому что бетона нет, а он ДПСит и прикрывает. Блейд возвращается. Свиток лечения есть все еще. Ой, сейчас можно минус Блейд сделать. Стом же есть. Стом. Инвол на Блейде. Свиток нужно. Лечение. Минус Питлорд. Но форсиры продолжают нарезать. Арба работает. Блейд его убивает. Кадой уже переварил одного гранта. Есть нового. Берсеркеры убивают очень быстро шаманов. Да, не доконтроливает Спайрал. Блейд, тут вся надежда на Блейда пока что. Тридцать восемь на 34 уже по лимиту, все отлично.
Добыча идет. Плюс у него боевого лимита больше из-за того, что рабочих меньше, из-за того, что он их терял. Вот все вот эти вот рабочие, которые будут добывать лес, не нужны, кстати. Потому что они уже косарин добыли, и больше не нужно вообще. Они все едят лишнего. Кувес говорит, люблю Good Game, я новенький. Неплохо. Что за юморист? Новенький, проверка. Он занял никнейм Кувеста. Так, это Гоша. I'm Roy. Николай Басков. Много аккаунтов у человека. Нет, Спайрал молодец. Очень хорошо. Он не на халяве выигрывает, понимаете? Он старается. Таурен почти третий. Время теряет, к сожалению, только. Сейчас бы на красную точку Таурена там поднять до третьего. Но он боится, что уйдет без форсира и будет невыгодное сражение. Хотя мог себе позволить. Да, и видите, как правильно Суин, помните, говорил, что лес ему не нужен, и рабочие едят. Вместо того, чтобы их убивать, можно на дистанционную добычу их отправить. А, он еще боялся, что у него этот переваривался грант, который давал информацию о происходящем вокруг. Армию игрока атакуют. И снова Блейд заряженный бежит убивать рабочих. Такая дичь. Урон просто сумасшедший. Таурен... Сейчас третий, плюс получает ауру паладиновскую, очень хорошую. Николай, да-да-да, Коля. Твой лали-лалай. Новенький. На карте почти не осталось уже нейтралов. Только вот две последние точки, похоже. Вот там три, еще одна желтенькая, тоже небольшая. Scroll of the Beast, кстати, вот этот артефакт может дико зарешать. Потому что нечем его снимать. А там и так урон космический под берсом у этих хедхантеров. Свеженькие трупы, вынуждены снова достраивать рабочих. А как ты понимаешь, что много аккаунтов у одного человека, а не что каждая семья смотрит ГГУРу, каждого свой ак? То есть Николай Басков — это бабушка, наверное. Бабушкин аккаунт был. Какая жесть. Что это? Как тут вообще сражаться? Scroll of the Beast, погнали. Таурен идет на перехват. Таурен, стомпай, глаз очень долго действует. Ой. Ну хотя бы кого-то штрафануть, ну, Хекс. Ну хотя бы кого-то сам штрафани. Не хочешь сражаться под этим, под Scroll of the Beast'ом. Игрока атакуют. Блейд нарезает уже криты по 250. Дичь. Сейчас отпускать уже будет. Он же начинает... Хекс. Сейчас стомп можно сделать по таймингу. Ай, не стал. Ну, типа ману тратит, а стомп сейчас хорошо бы зашел, если бы... Ну, в армию имеется в виду. Лимиты сопоставимы, но... Bloodlust еще дает психологически жесткий эффект. Типа... Все, стомп. Стомп. Кадоя нарезают. Где Хекс на Блейда? 280 крит. Капец. Блейда фокусят, Таурен должен стомпать. Хорошо, чайник и инвул на последних секундах делает Блейд. Столько было вложено в этого Блейда. Ой, на засуху надо вписываться. Стомп. Хил на последних хитах.
Ой, форсир пятый. Город в осаде. Какая дичь, 48. 52, ну там блейд заряжен. С большой бутылкой нет, блейда тут уже не остановить. Начинает нарезать. Хекса нет. Криты, да, за 250. Офигеть, блейдмастер. Да, это конечное. Блейдмастер тут наносит все. Всем все. Маловато маны было у Сахи. То есть тут только стомпами и только этими. Да, это 1-1. Жесть. Но игра очень показательная с точки зрения разноплановых стратегий, возможностей героев и юнитов. Джагит говорит, у меня с женой разные аккаунты. Все, ни слова больше, Джагит, я пошел смотреть. Так, значит... Ага. Мигера 13 это твой аккаунт, а Джагит это ее. Понял? Такой ник, конечно. Главное, что это она сама себя назвала так, Мигерой. Блин, пятый блейд. Он нейтрализовывался только хексом. И то там можно было пурч сделать. Пурч, причем жена вашего юнита не накладывает дебафы по скорости перемещения. То есть, если вы делаете очищение на вражеского юнита, то у него в ноль скорость и потом постепенное восстановление после этого. А если вы своего очищаете, то там же скорость не меняется. Фактически вы меняете ману Сахи на ману шаманов. А как бы мана шаманов, она... Если их несколько, то ее не так жалко, как ману Сахи. Так, кот пытается выйти из комнаты. Сейчас я ему помогу. Да там сигнал до чата дошел про Мигер. А че палишь-то? Я не мог. Любопытство такое. Так, смотрим. Смотрим. Инфи сразу ливает из матча. Давайте посмотрим, кстати, какой будет следующий... Какой будет у нас следующий... Что ж такое? Сэкономить при покупке. Матч по расписанию. Кажется, мне китайцы должны играть. Инфи против Флая следом. Да, по расписанию должны начать через 9 минут уже. Слышь, в очередной раз там кто-то из стримеров пропускает начало. Спарал играет снова через ФС, а не меняет он стратегию. Это фуфашник, который... Зато теперь квесты не будут путать с нормальным квестом. А может, еще больше будут путать. Типа, а что у тебя такой никнейм? Да я был квестом. А тем квестом, который фуфа? Нет. И все. Еще сильнее будет якорь. Поскакал барсик. Проверил пион.
А Блейд прям на магаз сразу. Ну, можете себе позволить. Начинает причем с приста. Видимо, из-за Innerfire, из-за лечения. Форсиру выпало кольцо. Мигер, это почти Мигер. Да-да-да, я что-то после того, как кто-то написал, я понял, что мою тоже можно армию игрока атакуют. Попробовать поназывать. Рискованно, но если в контексте нормально будет, то то может и прокатит. Хороший крипинг. Армию игрока атакуют. На серьезную точку сейчас замахнулся ФС. Не, сори. А куда? Куда он побежал? Фонтан, что ли? Он же не сможет фонтан закрепить. Или сможет? Или сможет? Да нет. А зачем он прибежал? Просто чтобы здоровье восстановить немножечко. Очень странно. Может быть, это попытка крипджекнуть? Не очень удачная, так скажем. Может, это попытка замести следы? Чтобы вражеский блейд... Хамачан, беля, говорит. Всем привет, куда я попал? Ты попал, куда надо. Ну, вопрос, куда тебе надо, естественно. Но Good Game... Это рассадник олдскулов. Ребят, у которых троллинг в крови, они, естественно, повзрослее, у них вышки. Только один товарищ, Меллой, кажется, у нас еще вторую выше не получил. Как правило, уже семьи, жены, дети, коты, собаки. Товарищи серьезные. То есть те люди, которые в том числе были воспитаны хорошими играми. Поэтому... Добро пожаловать в наше тролли-сообщество. Зачем Блейд продал ТП? Ну, ради статов. Это стандартная тема для Блейда. Он, ну, ему не настолько он нужен, этот телепорт, потому что этот товарищ обладает высокой маневренностью за счет виндвока. И опять же, за счет виндвока возможностью в большинстве случаев избежать смерти. Ну и плюс он такой герой на соло. То есть он... Чаще всего ты берешь второго героя. О, слушайте, а тут застройка. О, Спайрал решил все-таки на второй карте сыграть через Фаерлорда и застройку. А Суин не делает разведку. Вообще, он идет сейчас крипиться туда, где нечего крипить. Счет не 0-0, счет 1-1, прошу прощения. Разминулись немножечко. Блейд разминулся. И тут приходит армия. Ой, СХ далеко, Блейд далеко. Включай спиды, беги. Тут сразу минус Бору. Жалко, что не стреляет он огненным элементалем по рабочим. Тыкают сразу ФСы. Просто прорываются на пофиг Барсику. Барсик, беги. Стыкает в Барсика. Вот он, тыкальщик. Вышки подставляются. Все бегают просто за хедхантеры, за... Зря бегал, конечно, всем. Не отменил вышку. Еще одну. Падает первый грунцер. Начинают плодиться элементали. Первый пошел. Здесь подконтролили. Очень битые хедхантеры, очень битые хедхантеры. Второй плодится. Минус два хедхантера. Минус второй, третий грунт. Цер. Армию игрока атакуют. Надо вышки строить снова. Город в осаде. Хедхантеры зачем-то пошли Бору ломать. В это время форсира все-таки забрали.
Неужели это бьется, а? Кореец. Похоже, отбивается. Даже несмотря на то, что стартовые значения, ну, стартовые условия были не очень. Ой, хорошо, сейчас блочат Фаерлорда, но Фаерлорд тоже удар не держит, увы, погибает. Да. И все-таки кореец выигрывает. Но Спайрал достойно сражался. Но оллинчик не прошел. Я на ГГ с 2007 года. В смысле, сайт 2008 открылся. Воспитан на готике, Моровинде, третьем варике, жениться не хочу. Ну, за Гомеза. А, я никогда не забуду, когда после этой серии трансляции по готике приехал в очередной раз на выходные к родителям, и прибежали две племяшки мелкие, там одной 6 лет, другой 5, и такие: «За Гомеза!» Я такой: «Ну, класс!» Спайрал пытается под шумок застроить там из-под тишка. Ну, 24 лимита на 36. И прочитано, кажется, да. Уже видно на мини-карте вот эти вот красные штуки. Да, заметил. Ну, сейчас можно выходить уже. Да. Чудо не произошло. Коэффициент 6.75, безусловно, был неадекватным, но...